для Турции вопрос доминирования и гегемонии. Турция как главный игрок в регионе. Вот и все. Для Азербайджана тоже понятное возмущение. Азербайджан не часть Турции, самостоятельное государство, и подчеркивание влияния Азербайджана на ситуацию в Закавказье для Алиева безусловно унижение. Никто не будет этого терпеть. Все, не более чем. В Армении должно было интересовать, удастся ли Армении выиграть Карабах. Но суть потому, что руководство Армении это не интересовало. Война за Карабах была проиграна. А теперь-то чего говорить после драки кулаками Маша? Отношения между Турцией и Азербайджаном не улучшают ситуацию в Армении для армян Карабаха ни в коей мере. Я понимаю, что проигрывая войну, хочется найти утешение хоть в чем-нибудь. А вот Эрдоган с Пашиняном встречается, а не с Алиевым. Смысла в этом не вижу. Это все к вопросу о том, что войну-то мы проиграли, Карабах проигран, но зато вот Алиев и Эрдоган имеют какие-то свои терки, а Пашиняна Эрдоган уважает больше, чем Алиев. Именно благодаря такого рода бреду от исторической Армении, которая в свое время распространялась от Ливана и острова Кипр до Ирана, почти ничего не осталось. А сегодня осталось уже гораздо меньше, чем было в Советском Союзе. Но ведь это